Стой! Вчера днем части КНА осуществили рейд на город Монтрос. Их друзей стреляли, как зверей на охоте. Сообщает, что одной из ячеек сопротивления в Монтрозе после яростной перестрелки удалось уйти. Можем лишь надеяться, что эти патриоты добрались до одной из безопасных зон в заброшенных пригородах. И какой бы ни была их судьба, мы продолжим сражаться. Не верьте лжи, которые распространяют подконтрольные корейцам СМИ. Канал «Правда» — это мы. Мы — это голос свободы. Доброе утро, Монтрос. Вы слушаете радио КНА 88.3 FM. Новость часа. 24 мирных жителя вчера погибли в ходе перестрелки, устроенной группой мятежников. В организации нападения подозревается Конор Морган. Он объявлен в розыск. Чёртова пропаганда. Рад, что ты в порядке. Тебе крепко досталось, я думал, ты не выживешь. Как будешь готов, выходи. Я все тебе покажу. Пилот очнулся. Уходим в перерыве между патрулями. Пошли. Добро пожаловать в новый дом. Это наш уголок Америки. Это наше общее дело. Здесь каждый из нас чувствует, что он не один. Не о таком будущем мы мечтали, но мы хоть свободны. Снаружи это обычный заброшенный район пригорода. Но внутри наше убежище. Ограда, деревья и этот камуфляж скрывают нас от КНА. Но мы все равно должны быть осторожны. Особенно теперь. Давай, свяжись с Рианной, она сейчас на площадке. Узнай у Конора про патроны. Мы едим то, что сами выращиваем. Водосбор вон там. Электричество у нас от ветряков и солнечных батарей. Пойдем. Привет, Салли. О, привет. Что, вернулся из мертвых? Значит, у нас все готово, да? Я осточертел от музыки. Времени, чтобы раздобыть эти маячки, у нас всего ничего, так что прохлаждаться некогда. Командую я. Если все сделаем правильно, обойдемся без потерь. Хоппер может выйти на связь в любую минуту. Встречаемся у тоннеля. Пускай эти ублюдки получат по заслугам. Конор отличный боец. Если хочешь, осмотрись. Встретимся на заднем дворе. Thank you.
Привет. Спасибо вам за то, что вы для нас сделали. До следующего патруля корейцев есть еще немного времени. Можешь пока что познакомиться с нашими. Встретимся на той стороне двора. Этот приемник должен ловить переговоры корейцев по своему радиоканалу. Не знаю, насколько хорошо получится, но все же лучше, чем ничего, верно? Ты тот пилот, о котором все говорят. Вроде здорово рисковал, чтобы выбраться. Ясно. Мы выходим. Пошли, Джейкобс. Как раз вовремя. Слушай, мы потеряли много людей, и нам нужна твоя помощь. Сегодня у нас важная миссия. Нам надо добыть снаряжение. Противник силен и хорошо вооружен. Так что бери оружие и как можно больше боеприпасов. Иди за мной. Сопротивление прорыло эти тоннели еще в первые дни оккупации. Их протяженность под Монтрозом почти 3 мили. Мы прорыли их везде, кроме как под стеной, которую построили мерзавцы. Эта сволочь уходит слишком глубоко. Когда мы освободим страну, мы снесем эти стены. Ни хрена, я ее взорву, когда уйдем из города.